Всем еще раз большой привет. Чеки, чеки, чеки. Ну что, будем разбираться, что купили. 4 пакета у нас здесь. Вот. Так хорошо прогулялись, развеялись, немножко выехали на люди. Потому что одичали уже тут за 2 недели. Никуда со двора. Лёшек-то хоть в магазин ходил, а я-то не выходила. Вот. А сегодня так вот прогулялись и по магазинам, и по городу. Немножко прошлись. Вот. Ну, в общем, хорошо. Настроение хорошее, бодрое. Будем смотреть покупки. Так. Значит, что у нас? Виноград. Я сейчас, как обычно, вот все выложу, а потом уже расскажу, что почем. В общем, Лешек слез с шоколада, подсел на виноград. Тут где-то у нас еще один виноград есть. Так, мандаринки. Мандаринки. Виноградик. Это Лёшек захотел кураги, купили. Так, киви, киви по скидке. Горчичку, горчичка вот эта нам понравилась, хорошая, Махеев, такая прям ядрёненькая вообще, класс. Взяла мусорные пакеты. Там уже заканчиваются такие вот. Понравились мне с вот этими вот завязочками вот такие вот пакеты. Они немножко чуть дороже. Ну, на сколько там? Боже мой, здесь их сколько? 10 штук. По 60. Это 7 рублей один пакет стоит. Вот. Ну, так в него и влазит больше. И раз завязал, и все без проблем. Так, большую бутылку уксуса взяли, 9%. Уксуса там мало. 2 авокадо. 2 авокадо. Они такие вот тверденькие, но мне сказали, у меня яблок нет. Или, по-моему, там есть, по-моему, одно яблоко. Надо положить в пакет вместе с яблоками, и они быстро дозреют. Вот. Или завернуть в бумагу. В бумаге тоже они. И так вот в теплое место, не в холодильнике, а в теплое место. Они тоже быстро дозревают. Так. Разрыхлитель взяла, потому что разрыхлитель закончился. Лавровый листик, где-то еще одна пачка. Семки, там где-то еще семки. Так, а здесь капуста. Капуста для курочек. 2 капустки взяли для курочек. Отнеси им, да, Лешек, капусточку, пускай клюют. Просто вот так вот положим им там качанчик, и они его клюют, пока не склюют. Витамины. Все же витамины. Так. Сахар. Сахар 2 пакета взяли. Потому что один пакет это что есть, что его нету. Туда-сюда, тем более, что если выпечка, туда-сюда и сахара нет. Так, взяли вот такой вот хлебушек с отрубями, который мы берем всегда. Так, это Лешика отрава. И вот такую зубную пасту. Это в белорусском магазине. У нас здесь есть белорусский магазин. Там в основном, ну не все товары белорусские, но в основном большая часть, наверное. Витекс. Вот такая вот зубная паста.
с минералами Мертвого моря. Вот. Ну, это для Лешика. У меня есть пока еще моя с лимоном. Мне та нравится. А это, ну, это... А, вот, 90 рублей стоит. Ну, большой тюбик. Сколько здесь грамм? 160 граммов зубной пасты. Ну, мятная, да. Такая вот голубенькая она. Вот. Зубная паста. Так, все, второй пакет. Дальше. Сок большой, яблочный. Это Лешик у нас по соку. Я сок не пью. Такой. Так, еще две семечки. Вот, беру себе семечек. Ну, так, понемножку. По чуть-чуть урезала. И еще один лавровый листочек. Вот их два. Один лимончик. Про запас взяла вот такие две мочалки, губки. Потому что одна тоже. Туда-сюда, вот, и их нету. Пускай будет две. Вот. Вот так. Так, и вот еще один виноград для Лешика. Мне виноград противопоказан. В нем много глюкозы. Вот так. А что для меня? Что для меня? Для меня вот взяла вот такое вот, захотелось мне йогурта. Вот такой гавайский микс называется. Это мы уже в магните брали. Так, йогурт. Дальше. Вот такой вот батат. Такая вот картошка. Надюшка наша ее покупала. Они запекали в духовке. Вот и я взяла попробовать. Запекается, стоит, ну ладно, сейчас потом расскажу, что сколько стоит. Так, куда его положить? Батат. Ну, как-то, мне кажется, она по-другому говорила, называется. Ну, посмотрим. Так, взяла паприку. Посмотрела в Пятерке. Вот не помню, может, не такая паприка. Ну, тоже паприка, 60 рублей пакетик. А в этом, в магните, вот это вот по 30. Да. Взяла паприку. Паприки у меня нет, закончилась паприка. И черный перец молотый, этот три черных, горошком молотый, говорю. Для мельнички. Там у меня уже почти ничего не осталось. Для мельнички перчик. Так, и здесь у меня осталось магнит косметик. Вот такая вот ложка, ребята. Вот она, моя ложка, та, которую я хотела. С вот такой вот ручкой. Вот. У меня такая же, вот. У меня такая же, только с дырочками. Вот, а это без дырочек. Но этой ложке, она уже ей лет, это мне покупалось на, сейчас скажу, не на приданное, а, сейчас скажу, какой это год, 83-й, где-то 83-й год, вот эта ложка. Вот такая вот ложка, классная. Это магнит косметик. Так. Этого я не взяла чека, ложка, по-моему, 135 рублей, что-то вот так вот, или 125, или 139. Так, взяла вот такие патчи, у меня тоже заканчиваются, других просто нет, вот только такие нашла. Были еще какие-то кружевные патчи, ну нафига мне, зачем мне кружевные патчи, здесь вот 30 штук. Здесь на две недели их вот хватает, 99 рублей.
Это для меня, любимый. Так, и вот такая экспресс-маска для лица. Банька Агафьи называется. Без СЛС и парабенов. Вот так вот. В общем, очень полезная. Здесь органический экстракт таволги, ирис сибирский, росник лесной и мята холодянка. Вот. Но мне очень нравится вот эта вот фирма. Все, и шампуни, и бальзамы, вот все. В общем, такая маска для меня. Это для меня. И еще у меня закончился крем для ног. Вот. Так, маска 100-109 рублей. 109 рублей. Тоже, по-моему, по скидке. И вот такой вот ног. Ой, крем для ног. 300 миллилитров. Это белорусский тоже. Вот. Профессиональная линия. Крем для ног смягчающий. Крем тоже 135 рублей, что ли. Вот как-то так. Вот. В общем, все вот это вышло. Вот. Ложка, патчи, маска и крем на 530 рублей, по-моему. Вот так вот. Так, все. Все, сейчас расскажу, что почем. Вот это сейчас уберу. Себя любимую я не обидела. Нет, нормально. Мне все нравится, все, что надо. Вот. Значит, по магниту сейчас скажу, что в магните. Так, чудо-йогурт 35 рублей. Батат 169,99 за килограмм. Ну, вот эти вот две на 151 рубль. Ну, хочется мне попробовать. Завтра буду запекать. Сегодня уже времени нет, а завтра будем запекать. Так, паприка по 30,99. Вот, а в магните скидки нет для пенсионеров. Видите? Перец черный горошком 17,99. 18 рублей. Только бонусы начисляют. Вот так вот. 1,5 бонусов. А скидки, поэтому мы и ездим. Мне нравится больше ездить в пятерку, чем в магнит. Так, а это вот чек из пятерки. Значит, что здесь? А, забыла сказать, еще взяли рожки котам. Ну, не заносила пакет, он там лежит. Как обычно, рожки по 13 рублей. Взяли 10 пачек. Ну, на месяц или на сколько там. Так, капуста белокочанная 18,99 по 19 рублей. Губки 23,74 одна штучка. Так, сахар-песок 43,69. Но это уже со скидкой для пенсионеров. Так он 45 с копейками. 45,99. Вот здесь цена без скидки, а здесь со скидкой. Понятно. Так, дальше. Уксус. Уксус 26,59. Так, семена подсолнечника 10,44. Так, лист лавровый 6,64. Сок 99,99. 100 рублей. 2 литра. Лимоны, так, лимончик, вот этот вот лимончик, лимоны по 90 рублей, вот это вот на 14,40 лимончик. Так, пакеты для мусора 66,49, лавровый лист опять, разрыхлитель 9,49, Михеев, горчица русская 36,57. В общем, кому не интересно, вы, ребята, это пропустите. Но кому-то интересно знать цены, пускай послушает. Так, мандарины. Мандарины 74,99. Курага
419,99. Вот этот пакетик получился на 99,75, на 100 рублей. Вот этот вот. Такой. Ну, кураку надо кушать, пускай Лешек кушает. Так, и виноград. Виноград красный по 247,99. Здесь на 195 рублей его. Вот. И виноград кишмиш по 246,99. На 226 рублей. Вот это вот. В общем, все, ребята. В пятерке мы скупились вот на 1500. Скидка. Итого скидка вот для пенсионеров 63,51. Скидка. Всего было на 1648 рублей. И со скидкой 1585. Ну, на 1600 рублей. Вот так вот. Вот так вот мы съездили в город за покупками. Такие вот наши покупочки. Вот. Ну вот, как-то так. Да, никогда не говорила. Вот это вот Лешкино безобразие по 55 рублей. Белорусское безобразие. 55 рублей пачка.